Rusiyaya Azadlıq Legionu Ukrayna tərəfinə keçmiş rus hərbiçilərdən təşkil olunub. Bölmənin yaradılması 2022-ci ilin martında sosial şəbəkələrdə və Ukrayna mətbuatında elan edilib. Aprelin 5-də Legionda olan 3 hərbiçinin xarici jurnalistlər üçün briefingi keçirilib. Legionun embleminde ağ, mavi, ağ rəngli bayraqlar var. Regionun əskərləri Putinə müraciət edərək aldandıqlarını və bundan sonra Ukrayna ilə yanaşı Rusiyanı da ondan qoruyacaqlarını bildiriblər. Legion əskərləri Putinə müraciətdə sən bizə Ukraynaya dekommunizasiyanın necə olduğunu göstərəcəyini demişdin. Ancaq biz burada gördük ki, Ukrayna bizsizdə dekommunizasiya olub. Ancaq Rusiya getdikcə daha çox seslerinin son illərini oxşayır. Ağlını başına yığ, Vladimir Vladimirovich. Əks halda biz sənə dekommunizasiyanın nə olduğunu göstərəcəyik deyiblər. Vladimir Vladimirovich, в своей речи вы обещали показать Украине, что такое настоящая декоммунизация. Так вот, к вашему разочарованию и нашему удивлению, здесь все давно декоммунизировано и без нас. Что не скажешь о России, которая в последние годы все больше и больше напоминает Союз Советских Социалистических Республик, причем в годы перестройки. Отдумайтесь, Владимир Владимирович, иначе мы вынуждены будем показать вам, что такое настоящая декоммунизация. Всем привет! Я военнослужащий Российской Федерации. Как и многие другие, был отправлен на территорию Украины для называемой так проведения спецоперации, которая оказалась не спецоперацией, а на самом деле это полномасштабное вторжение на территории Украины, которое несет за собой разрушение городов, уничтожение мирного населения, разрушение всей инфраструктуры страны. Я принял для себя решение, как и многие другие, вступить в легион «Свободная Россия» для того, чтобы защитить свою страну, Россию, от путинского режима, от этого беспредела. Чем быстрее закончится война, тем меньше погибнет. В первую очередь мирных граждан, а также вооруженных сил Украины и вооруженных сил Российской Федерации. Всех граждан Российской Федерации и не только. Военнослужащих Российской Федерации, которые ведут до сих пор боевые действия на территории Украины. Мы призываем сложить оружие, пройти проверку и вступить в ряды легиона «Свободная Россия».